Для каждого человека мама – самый главный человек в жизни. Становясь матерью, каждая женщина открывает в себе лучшие качества – доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. В минувшую пятницу в Доме культуры поселка Горки-10 царила праздничная и семейная атмосфера. К началу концерта в зале не осталось пустых мест. Родители с гордостью наблюдали за своими детьми на сцене. День мамы, то, что она самая лучшая, это родитель, который любит тебя, заботится о тебе. Мы хотим мамам сделать подарок, мы их любим, и мы хотим им сильно сделать подарок. И мы танцуем барбариков. А ты почему тебе нравится праздник? Потому что он веселый и очень добрый. Для мам ребята приготовили множество ярких номеров и сюрпризов. Дети излучали теплоту, дарили добрые слова и улыбки, ведь каждый посвящал номер своей, самой особенной и самой любимой маме. От имени главы сельского поселения Успенское Владимира Владимировича Горяева я хотела бы пожелать в первую очередь здоровья вашим детям. Ведь когда наши дети здоровы, значит и у нас на душе все хорошо. Здоровья, конечно же, вам, вашим родным и близким. И позвольте мне сегодня наградить двух мам, которые награждаются медалью «Материнская слава» Одинцовского района. Многодетным мамам из сельского поселения Успенское выплатили материальную помощь в размере 1200 рублей на каждого ребенка. Раз в год праздник для мамы. Я как многодетная мама, сейчас дочка выступает. Мне очень приятно посмотреть на все это. Все мы мамы. Для нас это очень важно, когда нас поздравляют наши детки. День матери – замечательный праздник. Сколько бы хороших, добрых слов мы ни говорили своим мамам, лишними они никогда не будут. Дарья Сутягина, Леонид Гурдин, телекомпания «Одинцова».